А вы можете сказать, ну там, раз, два, три или еще что-то, чтобы как-то начало обозначить? Невероятно древний город. Город просто преобразился. Для взрослых есть тоже значение, но их немножечко меньше. А еще в нашем городе будет очень круто. И все очень довольны. Все заходите, придите к нам в Красноярск. Приезжайте все. Я желаю всем красноярцам. Поздравляю вас всех с праздником. С днем рождения, Красноярск. Ну и самое главное, чтобы дороги наконец сделали. В городе ожидается ясная солнечная погода. +28, +30 градусов. Как вы видите, облачка перемещаются вот сюда. Значит, будет ясно и солнечно. Ну, я только вышла сюда на улицу. Мне, в принципе, все нравится. Встретил много, очень много знакомых. Куда ни глянь, кругом леса. Леса и горы, чудеса. Вокруг такая красота, что замирает дух. И вот я вышла со своей сестричечкой прекрасной прогуляться. А у нас тут, оказывается, город-то преобразился. На проспект Мира перекрыли дороги. И сегодня будет парад. Все вызывает очень много масштабных эмоций и очень классное мероприятие.